Завтра у меня день рождения. Я постарею на год. Или повзрослею, не знаю, что из этого лучше. Я уже пришла в школу, как видите, красуюсь. А это я иду за тортиком. Ну, конечно, первый раз. Я так рада, у меня сегодня день рождения. Мы заказали тортик, вот такой тортик прям. Будем кушать. Я так рада, у меня вот такой вот тортик. Сегодня у меня день рождения. Вот. Сегодня у меня день рождения, было 3 контрольные работы. Мой брат закатывает мне истерики, меня не взяли на работу. Погода, как будто бы дождь пойдет. Но все равно я счастлива. Почему бы и нет? У меня зато, смотрите, какие красивые у меня кудряшки. Я так долго заводилась с утра, и думаю, по городу хочется погулять. Прям такая все. Мало ногти. Переоделась в домашнее. Вот у меня такая, ну, это я не знаю, откуда она у нас появилась. Может, мама тут взяла. Вот такая отсечная у меня жилеточка. Я в топике бежевом. Хотела, конечно, белый топик одеть, но не знаю. Так думаю, белый или бежевый. Белый у меня в стирке, поэтому одела бежевый. Вот. Очень нравится прям топик. Классный. Ну, правда, цвета молочного, и все равно очень классно. Мне прям нравится такой свежий, как будто бы, как пушинка себя чувствую. А это мы приготовили закусочки, салатики, все, короче, покушать, набить свои животики. Папа принес сосиски. Сейчас я хочу снять распаковочку своих подарочков. Мне подарили денежку, еще вот такие вот часы. Я сама их выбирала. Я не знаю, может быть, хорошие или нет. Я не разбираюсь в этом сильно хорошо. Но я посмотрела по характеристикам. Меня, в принципе, вообще устраивают. Это часы от Xiaomi. Да. Смарт-часы Xiaomi Redmi Watch 2. Light ремешок черный. Я взяла в черном цвете, потому что знаю, что можно менять ремешки у них. И покупать какие-то новые. И сижу я в костюме, который подарила мне подружка моя. Вообще, ее обожаю. Она вообще как просто у меня в голове не укладывается. Прям вообще, я так рада. Ну, я подозревала что-то, конечно же. Но я не думала, что вот реально, действительно, настолько серьезно. И цвет вообще я... Честно говоря, хотела, но я никому такое не говорила. И вообще, просто что? У меня нет слов просто. Ну и давайте посмотрим на мои новые часики. А, вот, сейчас я их распакую, покажу вам, что да как тут. Сейчас я буду немножечко... Что мне вызовет? Это мне папа дарил на прошлом день рождения. Или на 8 марта, я уже не помню. Тут такие вот штучки, разные для ногтей, кутикулу обрабатывать и так далее. Тут, по-моему, это был ножичек. Ну, не ножичек, такая штучечка. Вот, я ей, короче, все развязаю, то, что мне нужно такое вот распаковываю, смотрю, чтобы было, все, вот уже еще. Ага, она уже разрезана, как ее вытащить, я не знаю. Сейчас будем вытаскивать. Какая красота! Это что такое? Я сделала фоточки, не знаю, вообще такой классный. Ой, я боюсь их трогать-то даже сильно. И сейчас отложим наши драгоценные. Пинцетик. Мне просто интересно посмотреть, есть ли тут еще что-то. Вы ничего не видели. А реально, а от них должна же быть инструкция. Это все где находится. Коробки нету, что ли? Или есть? Я вот не разбираюсь, поэтому попрошу меня не вы... Ага. Кристина просто у нас немножечко не... Вот. Это у нас что? Это у нас USB кабель получается. Заглянем вовнутрь, посмотрим, какой же разъемчик. Разъемчик специальный, посмотрите какой. Вот такой вот. Вот сам кабель. Кабель он обычный, но такой разъемчик такой вот достаточно интересный. То есть, если потеряется, то придется заказывать новый. Потому что обычно на телефоны стандартные такие же есть на наушники у меня вот большие.
Там разъемчик стандартный, то есть если потерялся один кабель, можно воспользоваться любым подходящим. Тут же нужно будет специально. Инструкция такая вот. В инструкции сказано. Вот такие вот часы. Посмотрите, как они выглядят. Ой. С внешней стороны это вот такие вот часики. С внутренней стороны это вот такие вот часики. Ремешочек я взяла в черном цвете, чтобы в дальнейшем могло сочетаться совсем. Конечно, я еще не знаю, как их правильно надевать. Я думаю, я вот разберусь попозже. Не попозже, прямо сейчас. Надевается очень легко. Единственное, да, даже вот этот ремешочек будет не смущать, потому что тут есть такая штучечка. Мы можем туда затолкать свой ремешочек, который может нам мешаться. Но я пока этого делать не буду, потом уже разберусь. Сказано. Сказано, сказано. Что там сказано? Смотри, мой супер фотоаппарат. Загадай желание и задувай. Ура! Молодец! Три хопы! Три снимаете? Снимаем. По всем. От половины же шарик один. Все, конечно, красивый. Все. Спектакль закончен. Я буду... Давай я так положу. А тут мама подала хорошую идею зажечь бенгальские огни. Изначально это должна была быть цифра 17 и улыбка. Ну да ладно, просто как смайлик. Я боюсь. Возьми телефон. Ура! Ой, страшно. Давай ты второй так же потрясешь, я и боюсь. Я тоже боюсь. На следующий день мы поехали к бабушке, и она испекла мне вот такой вот тортик. Очень вкусный, безумно вкусный торт.
сказать вам большое спасибо всем тем, кто досмотрел это видео до конца. Если вы смотрите мое прощение, значит, соответственно, вы досмотрели мое видео до конца. Я вас очень всех люблю, всех обнимаю. И до скорой встречи. Всем пока. На самом деле у меня очень уставший вид, потому что я уже второй день не сплю, поэтому не обращаем внимания. Купила лето, поедем все на шашлыки. Давайте на шашлыки, шашлыки, шашлыки. А вот это видео сделала для меня моя лучшая подруга. Большое ей спасибо за это. Я очень действительно была растрогана этим видео. К сожалению, YouTube может удалить видео из-за авторских прав, поэтому я закрою эту музыку другой музыкой, которая без авторских прав. На самом деле здесь очень милые фотографии, мне очень нравится. Я вспоминала все моменты, которые мы с ним пережили. Это было очень просто сказочно.